Да не ебанутые эти укропы, они уж вообще ебанутые. Они уже начали подходить. Я не знаю, что делать. Они уже начали подходить вот ко мне, нахуй, 150 метров, 50, 100 метров. Вчера, позавчера... Ты меня пугаешь. Позавчера, как начали стрелять по нам, я ебал, значит, душа не выпала, нахуй. Да, вот это Херсонская область, ебаная, тут пи***а вообще все плачевно, нахуй. Солнце, я не знаю вообще, когда я домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым, нахуй. Я уже не знаю, когда, нахуй, хотя бы вообще приехать бы. А зачем они вообще тогда приехали? Ради денег? Да вообще, некоторые вот и люди приходят, взрослые, по 45 лет, есть по 50. В Москве машина у них, за несколько миллионов. Коттеджи, частные участки. Я говорю, ты чего вообще сюда приехал? Сам по желанию пришел, поехал. Немца бить, нахуй. Им 45 лет, нахуй. Такие, которые, нахуй. Вот, ну, такие, нахуй.